Имя, фамилия, год рождения. И точка, как пуля. Идея этой точки — это та пуля, которая прервала вот этот год. 30 лет человеку. Ой, 20 лет человеку было. Они все были расстреляны 8 августа. Сначала была идея написать имя, фамилия, отчество. Ну, в смысле, фамилия, имя, отчество. Но список настолько большой, что ну невозможно. Поэтому написали только имя. Хотели написать полную дату рождения. Но тоже просто не хватает на это место. Выбрали шрифт, который напоминает шрифт той печатной машинки, которой печатались приказы о расстреле. Вот такая мемориализация этой памяти в таком рве, да, в котором нет захоронений, но есть